Джапаров стал участником президентской предвыборной гонки, но он может провести еще много встреч, чтобы увеличить себе народную поддержку. В последние дни он посетил Баткен, Ош, Джалалабад, Нарын. На встрече собирались тысячи людей, которые еще более легитимировали Джапарова. Вернувшись в Бишкек, Джапаров по случаю Дня науки посетил Национальную академию наук, где выступил перед академиками и профессорами, пообещав увеличить финансирование науки и сказав теплые слова в адрес людей, которые за мизерную зарплату ведут научные исследования. Предыдущие президенты такое почти не делали, а при Атамбаеве Академию наук вообще чуть не расформировали в угоду предпринимателям. Миссия ученых – анализировать государственную стратегию и предлагать обществу варианты. Они должны помогать исполнительной власти отбирать правильные приоритеты. Мы потеряли очень много времени. К сожалению, наука в течение десятилетий сталкивалась с системными проблемами. Если же говорить о реформах, то к ним в первую очередь должна обращаться наука.